пятницу в Самарской области будет ясный и солнечный день без осадков. Тепло. Днем плюс 2, плюс 4, ночью 1-2 выше 0. Ветер преимущественно восточный, 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, в дневное время плюс 3, ночью 1 выше 0. Ветер восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 3, ночью плюс 2 градуса, восточный ветер 5 метров в секунду. В Самаре солнечно и без осадков. Днем плюс 2 градуса, ночью плюс 1. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.